товарищеская встреча, так что никаких дополнительных времен. И всего прочего, пенальти и так далее. Просто два тайма по 45. Так, погнали. Ой-ой-ой, Дуглас упустил мяч. И вот угловой. Итак, следует подача. Жирков подхватывает мяч. Пас на Забнина. Тот пасует на Ионова. Ионов. Кокорин. Вальбуэна. У Вальбуэны мяч чисто. В подкате мяч отбирают. Забнин. Хорошо сработал Ротенберг. И пас на левый фланг. Джуджак. Эх, не прошла передача на Кокорина. Джуджак, Жирков, упускает мяч за боковую, Монако вводит. Кстати, хорошего соперника выбрал Динамо для контрольных матчей. Это вам не какие-нибудь подмосковные Химки. Так. Монако пытается что-то сотворить на правом фланге. Удар! Удар, еще гол! Монако забивает. Вот это да! Смотрим, куда впервые мяч угодил. В стойку угодил мяч. Спасла перекладина стойка ворот. А вторым ударом уже. Уже все. 13-я минута, уже быстрый гол у нас случился. Монако вышел вперед, Динамо проигрывает. Вальбуэна с мячом. Вальбуэна! Удар! Удар! Но там Вальбуэна не смог так же сотворить. Вторым ударом забить. Ну, хорошее подключение. Точнее, прорыв даже. Вальбуэна. Так. Улалан. Караско. Динамовцы правила нарушают. Дорогие друзья, я все еще не перестал болеть, так что голос у меня немножко не такой, какой должен быть. Улалан с мячом. Караско. Фабиньо. Как здорово Монако играет. Маутиньо, по-моему, его сейчас нет в составе. Может быть, я и ошибаюсь. И второй гол забивает Монако. Это уже серьезная заявка на победу. Караско это был. Нет. Это был не Караско. И вновь Вальбуэна пытался пройти.
Мартиаль. Маутиньо. Мяч у него. Динамовцы отбирают. Вальбуэна посылает на Кокорина. Кокорин устремляется вперед. Эх. Субашич. Задел, не задел. Все-таки, по-моему, задел ногой. Да. Банкер идет подавать. И мяч как точно вылетает на Мартиаля. Губачан. Как же хорошо они играют. Но Динамо отбивается. Кокорин. Пас на Ванкера. Дорогие друзья. Что это было? Фол ранее. Кандабия. Как у него там называется фамилия? Джуджак. Банкер. Выбивается мяч из штрафной. Джуджак подает. Ротенберг. Джуджак. Ионов. Пас не проходит. Так, длинный вынос. Джуджак на левом фланге. Разгоняется. Да, сильно же он разогнался. Аж за поле убежал. Фабиньо с мячом. Вот так вот умеет Вальбуэна. Нет, это был не Вальбуэна. Но кто-то из динамовцев очень хорошо отобрал мяч. Но это ничего не значит. А вот теперь значит. Контратака пошла. Кокорин. Ну вот здесь один. Один. Ох, не успел ударить. Какой же был хороший момент. Монако владеет мячом. На левом фланге. Бернардо. Так. Динамо мяч отбирает. Ионов. Уходит направо. И мяч у него выбивают в аут. Ионов вбрасывает мяч. Ротенберг навешивает. И прямо в руки Субашичу. Пас. Давай, Кокорин. Это пенальти должно быть! Пенальти! Красная карточка! Кандабия! Не буду я больше выговаривать эту сложную фамилию. Удаляется игрок Монако с поля за грубейший фол в штрафной площадке. А теперь Джуджак будет испытывать Субашича. И не забивает! Вот это да, дорогие друзья! Вот это да!
Ну а мы с вами увидимся уже во втором тайме.